Всем привет! Кто-нибудь из вас смотрел фильм «Звездные войны», «Марсианин»? Я думаю, что да. И сегодня я приехала в пустыню Вадирам, на то самое место, где снимались все эти фильмы. На экскурсию я поеду на джипе. Я подготовилась, надела красивое платье, сделала макияж и прическу. Улети куда-нибудь! Я, в общем, написала совещание. Сейчас я буду подъезжаю своей собакой по ручке. У меня, если что, в банке 10 миллионов. Вилла на Багамах. Все это оставляю своей собачке. Это видео, значит, меня уже нет в живых. Пустыня Вадирам – это волшебное место в Иордании. Пейзажи здесь совершенно инопланетные. Недаром пустыню иногда называют марсианской пустыней или лунной долиной. Здесь красивые и причудливые скалы. Например, это мне напоминает корабль. Именно возле нее была моя первая остановка. А в эту можно даже залезть и сделать прикольные фотографии. Пустыня каменистая, со скалами и кое-какой растительностью. Плюс лагерями бедуинов. Я не предполагала, что песок может быть такого насыщенного, почти красного цвета. Особенно это заметно во время заката. Я интернет-звезда, и твоя любовь – это не для меня. Ты не для меня, обо мне мечтаешь зря. Ведь я интернет-звезда, интернет-звезда. Итак, мы подъезжаем ко второй остановке. Эта скала очень напоминает маленький мост. Ну, я, конечно, не удержалась, решила немножко здесь полазить, пофотографироваться. Вадирам – уникальный уголок планеты, словно лунный пейзаж из причудливо изрезанных ветром и песков скал, находящихся на пустынном плато. Лунный пейзаж розово-красных песков и черных гор, царство бедуинов, покоя, эхо и поющего ветра, ставшее декорациями для реальной истории, о которой рассказывает фильм режиссера Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский». В этой пустыне снимались многие фильмы, такие как «Марсианин», «Звездные войны», «Повелитель бури», «Трансформеры. Месть падших», «Игра без правил», «Красная планета» и многие другие. Здесь очень много знаменитых скал. Особенно мне понравилась вот эта скала Гриб. Даже не хотелось от нее отходить. Сделала кучу фотографий и селфи. И, кстати, это было единственное место, где я увидела туристов. Потому что я интернет-звезда, и твоя любовь – это не для меня. Ты не для меня, обо мне мечтаешь зря. Ведь я интернет-звезда, интернет-звезда. Вот я приближаюсь к следующей своей остановке. Эта скала называется Большой мост. И сейчас я попытаюсь на нее забраться. За время моего путешествия моя обувь была полная песка, поэтому я пошла босиком. Мой подъем занял 5 минут в сопровождении экскурсовода. В этом мире много разных мужчин, но живешь ты в моем сердце один. Я твоя муза,
холодный ветер и уже становится холодно. Приближается вечер, солнце начинает садиться и время близится к закату. По пустыне я каталась 4 часа. Каждый раз мне встречались неповторимые и уникальные пейзажи. Ты меня любишь, я тебя тоже. В чем-то с тобой мы даже похожи. Широкая улыбка, яркий взгляд. Твои глаза, как звезды, горят. Здесь потрясающие, великолепные, восхитительные пейзажи, которые просто не описать словами. Красивее и чудеснее могу быть только я на фоне этих пейзажей, чем я и воспользовалась. Я навсегда теперь буду твоей, для тебя создала мир из теней. Обними, поцелуй меня скорей, я навсегда буду твоей. Решила оставить небольшое послание для москвичей. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы смотрите мои видео. Пишите в комментариях, куда мне еще поехать, какие видео снять. Я постараюсь обязательно для вас это сделать. Оставляю вас наедине с красивыми пейзажами, а у меня время ужина. До новых встреч, дорогие друзья! Смотрите. Никогда не видели Барби среди пустыни, жующую хлеб с жареным верблюдом? Тоже мне чудеса.